Не, не. Я сейчас приду. Да. Уже не первый год, 1 сентября, мы собираемся возле родной школы, чтобы услышать торжественный и волнующий первый звонок. После долголетней разлуки мы рады видеть родные лица учителей и одноклассников. Но сегодня на нашей линейке присутствуют и новые лица. Это первоклассники и их родители, которые пришли проводить своих детей в новую для них школьную жизнь. У малышей в руках букеты, в портфеле книжки и конфеты. Кто в первый раз пришел на праздник? Знакомьтесь, это первоклассник. Дорогие первоклассники, сегодня все слова для вас. Ведь в первый класс вы в первый раз. Для вас готов просторный класс. А как поздравить и вы нас? Мы приветствуем наших первоклассников. Первый А-класс. Рядом с ними Колганова Майя Анатольевна, мастер своего дела, выпустила несколько поколений учеников, которые с любовью и уважением вспоминают свою первую учительницу. Первый Б-класс и первая учительница Самойлова Валерия Владимировна. Творческая личность, опытный педагог. Ее воспитанники дружные, веселые и добрые ребята. Первый класс, и два нас шагают, все впервые для нас, форма и портрет. Здесь лезет утайной, мамы вытирают, это и малыши, школьники теперь сегодня школа. Попрощалась куклой дома, я пошла учиться в школу. В школе некогда играть, здесь книжки буду я читать. Удивлялась тютка мама, когда я вырасти успел. Я сегодня взрослый школьник, а был вчера малыш постарел. Мама, папа, дед и брат на линейке вля стоят, словно тянут Таня репу, а они в школу ведут бег. Папа, вычисти мне туфли и костюм погладил дед. Должен я, как первоклассник, быть с иголочки один. Игрушки отданы сестрички, в базе новая хозяйка. Учу я букваря странички, чтоб стать отличной соседной. Здесь на жизнь другая, наступит у меня. Ой, мама дорогая, а позже ночью я. Да, здесь я мой большой портфель, забирается и уйдет. А потом мне книжки снизь, замеши его ложи. Не буду я лениться, все буду успевать. Хочу я научиться читать, писать, считать. Почему-то мама с папой так вас разогнали, словно вместо меня школу первый раз собрать. Наш первый, самый-самый зеленый-зеленый замок. Домой идите, мама пора на урок.
первоклассники, мы поздравляем вас с началом школьной жизни. Старайтесь учиться, берегите честь школы и приумножайте ее добрую славу. Примите от нас подарки. Сегодня и грустный, и веселый, всеобщий праздник, знаний день. Ведь с ним сегодня настает и наш последний школьный год. Всего полчаса, и первый звонок нас позовет опять на урок. Школьные двери вновь распахнутся, завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час, с праздником мы поздравляем всех вас!